Воскреслым, браты и сестры, хотелось бы вас привитать теплыми словами у воскреслого Пана. Христос у воскрес, соправды у воскрес. Гэты радостный воклич гучит по всей земле, отгукаючися в наших сердцах. Тем самым мы хотим принять правду об триумфе Божьей любови, якая перемогла на древе крыжа зло, грех и смерть. И мы, поводле справедливости и мерках человечих, заслуговываем на покарание за наши грехи. Однако Христос открывает нам с надеей новую перспективу, что перемогший грех, Он дает нам махчимость выправиться с наших грехов, отчинить свое сердце на Божию ласку и перемогчи так само наши слабости, кому мкнуться, докрануться до этой Божьей любови, бо Отец наш Небесный, Он полный милосердности, щедрый на все те доброты, якія мы отримовываем, дякуючи воскресенью Иисуса Христа. Ахфяра на Голгофе сталася збавленной, и мы до этого збавления маем особливое дочинение. Хочем быть удячными за гэты дар Божьей любови, у яким проявляется наша добрыня, наша человечность, наша узнёслость и великие узнёслые почутия, якія мы кіруем у гэты Бог, гэтай великой таямніцы. Хотелось бы пожадать усім, каб мы были удячными за гэты дар бясконцай любови Бога до человека. И в гэтым дары маем кожный удел. Хотелось бы задать питание, накольки мы хочем отказать на гэты заклик Божьей любови. И гэты святы, до яких мы так рупливо ішли на протягу Великого поста и пришли, каб радостным воклічем сустрэць у воскреслого Пана, так и сягоння. И кожного дня будем Яму удячными за гэтую правду, якую Ён нам принес. Будем носьбитами этой Божьей правды у свете, правды, якая вызволяет и чинит нас свободными детьми Божьими. У гэты сучасный свет, полный выкликов и заданий, мы хочем быть отказными христианами, бо мы ж дети Христовые, за яких Ён отдал життё на алтары крыжа. Здоровья усім, счастья, добробыту, у всех тих земных доброт, у яких можно пожадать с этой нагоды, пришелших свято, у яких мы, каждый из нас, хочет иметь частицу своей добрыни. Нехай добрый Бог усім вам благословляє и веде безпечной дорогой избавления, дай чины небесной. С Богом! И всего вам наилепшего. У имя Иисуса Христа у воскреслого.